Я хочу сказать, что еда распространяется всегда. Человек хочет кушать. Интим – это такая же человеческая область, которую желает каждый живой человек. Поэтому ничего здесь безнравственного нету. Здесь есть элементарное чувство потребности. Она вот в такой форме коммерческой, но у нас все сегодня сплошная коммерция, позиционируется какая-то модная одежда, позиционируются духи, машины. Все это расточительство. Мы вполне можем жить и без этих дорогих ресторанов, и без этих дорогих машин. Но мы не можем жить без тактильности. Мы не можем жить без продолжения рода. Как может быть безнравственным тот самый интимный процесс, без которого человек не может жить? Ведь если мы вернемся к каменному веку, да, по его истории, есть такой термин, как промискуитет. Это беспорядочная половая жизнь. Наш человек по своей природе, он полигамен, по природе по своей. Так устроила его сама природа. А моногамными мы становимся только в тот момент, когда мы сами себе говорим, это наша договоренность с самим собой, это наша нравственность. В данном случае она позитивная, в данном случае она гуманистическая. Но часто говорят, что чем выше мораль, тем ниже нравственность, да? Люди, мораль – это то, что общество навеяло человеку, каждому индивидуально. И зачастую нам навеянная нравственность обществом, ну, скажем, там, и мусульманский мир, да, где женщину и гнобят, и уничтожают ее за каждую провинность, отношение к женщине зачастую безнравственно с точки зрения гуманизма, с точки зрения Бога вообще, правильной веры. Точно так же можно отнестись вот к этому безнравственному факту этого журнала. В журнале просто позиционируется потребность, которой где-то люди лишены. Конечно, это все имеет у нас преувеличенную форму. Безнравственно лишь только то, что дамы это делают публично. Но на самом деле мы все это делаем. И публично или не публично мы это так или иначе делаем. Ну, видимо, пусть вещи называются своими именами. Это одна из сторон нашей жизни.